Привет, друзья рыболовы! Сегодня я рыбачу на реке Нил, локация Оазис. Цель моя — закрыть достижение незакрытое. Это рыбы леотровые. Поймать их нужно, как всегда, 50 штук для минимального первого уровня. И я считаю, что это нужно сделать. Чем больше закрыто навыков достижений, тем больше шанс поймать что-либо стоящее. И я посмотрел, у топовых игроков практически ни у кого, наверное, ни у кого не открыто это достижение леотровые. И я хочу быть первым хотя бы в этом небольшом деле. Итак, рыбы леотровые — это эндемик, один единственный вид, крибианана. И ловится она только на локации Оазис. Реке Нил. Больше ее поймать нигде невозможно, ни одной леотровой рыбы. Я вам покажу нарезку последних нескольких рыб, которых я поймал, чтобы сориентировать вас по наживке, времени и дальности. Ловится она приблизительно 315 градус, вот этом вот пучке травы. Больше всего я наловил на хлеб ароматный. Поверху ловится она и на мотыля, и на силикон, и на тесто, на манку. Единственное, на хлеб мне не удалось поймать, но я сделал вывод, что лучше всего она все-таки клюет на ароматный хлеб поверху. Итак, смотрим.
Ну и вот, друзья рыболовы, я отловил 50 штук криби-анана и открыл достижение элеотровой рыбы. Я думаю, я сделал это первой в море трофейная рыбалка. Заслужил 3 жемчужины за это достижение. Достижения нужно прокачивать. Без достижений не будет успехов. Я иду по этой игре методом увеличения скилла. Так, как же выглядит это достижение? Выглядит оно невзрачно, но оно у меня открыто. Если у вас открыто достижение, пишите мне в комментарии. Ловите, как я, и вы обязательно поймаете.